Доброе утро, дамы и господа. Приехали два крана на разгрузку. Находимся у фермера, где делают газ, биогаз. Вот это вот эти вот шары вот эти. Так, один кран заехал, сейчас второй за ним ходом. Да, все, хлопцы, работают. Вот эти транспорт, вот эти, на чем прикручены подставки, открутили. Сейчас поднимать будут. Одиннадцать с половиной метров длиной. 3,20, 3,30 ширина. Вот и все. Сейчас они открутят эти снизу железочки. Вот это. Заднее хорошо сюда посередине складем. Это я забираю назад, потому что там ты платишь за них. Если они назад не отдадут, там каучон платишь, по-моему, 300 или 600 евро, да? Но. Это бочка под горячую воду. Здесь мы находимся в биогаз-анляге. Здесь я делаю искусственный газ. Но. Вот они такие устанавливают бочки, и потом, если рядом где-то какая-то деревня, они подключаются и снабжают ее горячей водой. Дешево, удобно, практично.